Побороться за победу в зональном этапе приехали школьницы 2001-2002 года рождения. Команды из Краснодара, Крымска, Новороссийска, Абинска, Северского и Красноармейского районов. Сборную Анапы представляет воспитанница тренера Ольги Чичиновой. Эту команду 4 года тренирую. В нее входят девочки из спортивной школы «Олимп» и спортивной школы «Виктория». Высокий уровень технической и тактической подготовки анапской команды позволил юным волейболисткам провести первую игру с Северским районом без поражений, выиграв встречу со счетом 3-0. Вторую партию выиграли легко, 25-10. Следующая игра будет у нас с Краснодаром сегодня. Ну так, немножко переживаем, но выигрывать надо. Зональное первенство Краснодарского края по волейболу продлится 5 дней. Победитель соревнований определится 21 марта.